Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня будет видео о пустых баночках. Накопилось у меня их достаточно большое количество, поэтому я решила снять отдельное видео. И кому интересна такая тема, продолжайте смотреть. Ну и давайте я сразу же уже начну, чтобы не затягивать видео. И первое, что я вам хочу показать, это два геля для душа. Один я уже показывала. Вот такой моя прелесть. Это детский шампунь-гель. Очень имеет приятный аромат. Аромат персика такой, ну, не знаю, нам очень-очень понравился. У меня мылись и детки, и я, и муж. В общем, очень классный, кожа мягенькая, не пересушенная, просто вот он потрясающий, я его приобретала в ленте больше не вижу, к сожалению, но если увижу, то обязательно куплю. И следующий гель для душа, у меня вообще много закончилось гелей для душа, но я решила оставить только те, которые мне действительно понравились. Это вот такой, тоже продается он в магазине Лента, это чешское производство. Этот гель для душа, ну, он на самом деле обычный, ну, такой, не сушит кожу, ничего такого супер-сверхъестественного в нем нет, но у него просто потрясающий аромат. У меня это инжир и молоко макадамии. Ну, до чего же он вкусненький, такой сладковатый, приятный, нежный аромат. Именно вот этот мне нравится, и это у меня уже не первая баночка. Я его, ну, очень рекомендую. Кто ходит за покупками в Ленту, обязательно присмотритесь. Хотя вы просто понюхайте, действительно, аромат очень-очень приятный. Он, конечно, не держится на коже. Очень приятный, приятно вообще стоит аромат ванны после того, как вы принимаете душ. К сожалению, на коже не остается, и это очень-очень жалко. Далее я хочу продолжить тематику тела. Закончилось у меня вот такое маслице. Маслице от марки Stix. Это антимассажное, антицеллюлитное масло. Здесь 100 мл. И стоит оно что-то в районе 1000 рублей. Я приобретала в магазине Ревгош. Я могу сказать, что... У меня не ярко выраженный целлюлит, поэтому как он борется с целлюлитом, я сказать не могу, но после того, как вы его наносите, я его наносила, потом такой массажной щеточкой растирала, и кожа краснела, он действительно немного пощипывает, ну не так, что прям все горит неплохо, но при этом эффекта как-то вот я не заметила вообще никакого, ни разглаживания кожи, ни какого-то тонуса, ничего такого не было, поэтому, ну, лично я повторять не буду. 100 мл мне хватило надолго, потому что я его наносила на влажную кожу, и, в принципе, ну, достаточно было совсем чуть-чуть, чтобы нанести на область живота, бедер и ягодиц. Но повторять не буду, потому что эффект не увидела. Также у меня закончился кремушек от Колистар. Кто меня смотрит давно, вы знаете, что я просто обожаю эту марку. И этот крем, конечно же, меня не разочаровал. Он приятно пахнет. Это обычно такой питательно-увлажняющий какой-то крем. Ну, то есть он никакой не антицеллюлитный, не антивозрастной. У него приятный аромат, но я советую все-таки попробовать перед покупкой этот аромат, потому что... Ну, мне кажется, не всем он может понравиться. Он какой-то такой теплый, даже, не знаю, не совсем сладковатый. Ну, мне был приятен этот аромат. Он достаточно долго держится на коже. Крем очень хороший, хорошо питает, увлажняет кожу. Кожа, я не знаю, напитанная, упругая такая прям, я не знаю, светящаяся здоровьем после этого кремушка. Хватило мне его тоже надолго, потому что его, ну, совсем нужно чуть-чуть, чтобы нанести на кожу всего тела. И... Он мне очень понравился, я его буду повторять, это точно. Вообще марку Колистар очень сильно люблю и очень сильно ее всем рекомендую. Меня не разочаровало там ни одно средство, я имею в виду средство для тела. Также у меня закончился шампунь и бальзам от марки Вэлла. Это линейка для окрашенных и, по-моему, тонких волос. Да, для окрашенных, нормальных и тонких волос. Я взяла именно для тонких, потому что у меня волосы поврежденные на кончиках. И поначалу я сказала, что мне, ну, так себе не особо понравилось. На самом деле, вот сейчас, когда у меня закончились эти средства, я могу сказать, что мне очень сильно понравились. Чуть попозже я повторю снова, потому что... Мои волосы достаточно быстро привыкают к тем или иным средствам, поэтому я всегда делаю перерыв, даже если средства мне очень сильно понравились. И также хочу приобрести из этой линейки маску.
волосы мягкие, напитанные, увлажненные, блестящие, рассыпчатые. Вот просто потрясающе, мне идеально подошла вот эта линейка. Я буду вот, я думаю, периодически покупать новые снова. И также, как я уже сказала, хочу приобрести от этой линейки маску и очень рекомендую попробовать. Не знаю, как насчет блондинок, но вот мне очень сильно понравились. Также у меня закончился вот такой шампунь от марки Виши. Я вообще, кстати, люблю от марки Виши все средства для волос. Мне очень нравится, я периодически также покупаю. Вот это, по-моему, была питательно-восстанавливающий шампунь-крем для сухих и поврежденных волос. Очень хороший, моей маме тоже очень нравится шампунь и бальзам от Виши. Тоже волосы напитанные, увлажненные, не знаю, кончики просто не сухие совсем. Вот. И даже можно не наносить после вот этих и вот этих средств никакие масла, никакие сыворотки на кончике. Действительно, очень хорошо выглядит волосы. У меня еще остался бальзам из этой же линейки, но он еще у меня есть. Бальзам у меня как-то, шампунь у меня впервые заканчивается. Также для волос у меня закончился вот такой шампунь. Это просто ужас какой-то. Покупала я его в магазине «Подружка». И это восстанавливающий шампунь для волос с маслом органы. К нему же я приобретала бальзам и маску. Ну, маска еще куда ни шло, бальзам еще куда ни шло, шампунь просто отвратительный. Мало того, что от него, от этого шампуня чешется голова, то есть кожа головы, да, он еще дико сушит волосы. То есть, используя бальзам этой же линейки с другим шампунем, волосы достаточно в хорошем состоянии. Но с этим шампунем от этой же линейки, если использовать бальзам, это просто какой-то кошмар. У моей мамы также чесалась кожа головы от этого шампуня, как и у меня. Это просто вот просто ужаснейший. Я вот такого ужаса еще не видела. Такая бутылка, по-моему, рублей 500 стоит или что-то в этом духе, в магазине «Подружка». Не рекомендую. У меня где-то половину я просто использовала для мытья полов, а бальзамом, кстати, еще пользуюсь. Но не рекомендую вообще, вообще не рекомендую. Это, кстати, у нас китайское производство, производитель Китай написано, но вот как бы совсем нет, вообще гадость редкостная. Также для волос у меня не то чтобы закончился, я выбрасываю вот такой воск от The Body Shop. Выбрасываю, потому что закончился срок годности. Это воск для укладки волос с кокосовым маслом. Вот видите, он у меня практически целый. Я его брала для того, чтобы, ну, как-то усмирить свои пушистые волосы и наносить немножечко на длину, может быть, сюда, но он жутко как бы склеивал волосы, то есть волосы после этого воска выглядели грязными. Даже если брать совсем чуть-чуть, распределять там в руках и потом наносить, все равно волосы выглядят грязными, какими-то неопрятными, поэтому вот он у меня долго лежал, я его как-то пыталась хоть как-то куда-то использовать, но нет, закончился срок годности, я выбрасываю и, ну, не рекомендую. Далее закончилось у меня вот такое количество масок-тряпочек, и я немножечко о них расскажу. Во-первых, вот такая маска-шипучка, которую я приобретала в Ленте. И вы знаете, она мне, кстати, понравилась. Неплохо очищает. Единственное, что вот их два вида. Одна вот такая фиолетовая, а вторая, по-моему, зелененькая. Да? Я ее брала с собой в отпуск. Не эту, а другую, я имею в виду, зелененькая, по-моему, упаковки. Так вот, вот в этой упаковке, которая вот в синей упаковке с барбадосской вишней, она на самом деле мне пощипывала и немножко высушила кожу вот здесь, в этой области. Мне не совсем это понравилось, а вот в другой упаковочке, по-моему, в зеленой, если я не ошибаюсь, мне понравилось больше, потому что она хорошо очистила кожу, но при этом не высушила ее. Я повторю, обязательно буду в следующий раз в Ленте и куплю себе эту масочку. Также хочу показать вот такую маску от Чистой Линии. Ничем не уступает вот этим корейским. Стоит
дешевле. И мне она, кстати, понравилась. Я тоже буду, когда в ленте увижу, обязательно куплю. Единственное, что она сама не совсем удобная. То есть, видите, здесь нарисована, вот она действительно выглядит так. То есть, она вот в этой области мне очень, и вот в этой тоже, она мне очень велика. То есть, она, получается, у меня закрывает чуть ли не уши полностью. Вот. Ну, а во всем остальном не, дает неплохое увлажнение. То есть, вот как, например, вот эта маска, да, от Farmstay, если я правильно называю, да, то есть она вот наравне, реально наравне с корейскими масочками. It Skin у меня еще вот такая вот закончилась, вот, и вот эти вот я приобретала в Литуале, такие масочки тоже, ну вот они все, как бы, по мне, так примерно одинаковые имеют действие. Мне вот эта вот, кстати, только побольше понравилась, с коллагеном. Она неплохая, она была очень хорошо напитана, сама маска, и вот от нее как-то больше такое питание дала, увлажнение кожи. Но а так, что вот это, что вот это, что вот это, мне кажется, одинаково, поэтому чистая линия я приобрету с удовольствием еще раз. Дальше у меня закончилась вот такая маска от Natura Siberica. Моментальная маска против усталости кожи. Я уже говорила, что она мне понравилась. Она действительно возвращает, ну, такой здоровый цвет кожи. То есть, если вы не выспались, если вы устали, в принципе, сделать вот эту масочку, и кожа такая, ну, становится такой здоровой, даже румянец появляется. Мне очень она понравилась. Я ее повторю, я думаю, еще раз, тем более цена вопроса 200 рублей, и мне она прям понравилась. Дальше выбрасываю вот такой крем от Белиты. Это крем-концентрат антикупероз для чувствительной, очень сухой кожи. В общем, возвращает здоровый цвет лица, там увлажняет и так далее. На самом деле не делает ничего, слегка убирает покраснение. И все, она не увлажняет вообще никак. То есть ее хочется нанести еще раз, и после нее еще что-нибудь нанести. Я ее как маску пыталась использовать, но вот у меня осталось где-то вот столько. Я, ну вот, вообще не вижу смысла, она даже как будто бы подсушивает кожу, мне не понравилось, поэтому я ее выбрасываю. Также хочу вам показать, у меня был вот такой пробничек крема с пандочкой какой-то. Даже, честно, не знаю, написано просто крем для лица. Он мне не понравился вообще. Достаточно комфортный на лице, но он белый. И когда вы его распределяете, там, где вы нанесли, у вас кожа действительно белая. Он не выбеливает кожу, то есть не отбеливает кожу, а он создает такой белый эффект на коже. Мне это не понравилось, поэтому я приобретать не буду. Также у меня для лица закончилась вот такая умывалка от марки Avène. Это легкий питательный очищающий гель для всей семьи, для лица и тела, для сухой, очень сухой, чувствительной кожи. Вот действительно, если у вас кожа сухая, я прям очень рекомендую этот гель. Он очень бережно, но при этом хорошо очищает кожу. Кожа не сохнет после этого геля. Мне вот этой банки хватило практически на год. И, ну, мне очень нравится, действительно не высушивает, я его и с утра, и вечером использовала, очень понравился. Но я могу сказать, что гели от марки La Roche-Posay мне нравятся намного больше, возможно, потому что у меня не такая чувствительная кожа, чтобы вот в полной мере оценить данное средство. Но если у вас кожа действительно сухая, очень чувствительная, склонная к шелушениям, раздражениям, я очень сильно рекомендую вам вот этот вот гель. Также у меня закончилась вот эта тушь от марки Clinique. Я вам про нее уже говорила, она мне не понравилась. Она хорошо держится на ресничках, не отпечатывается, не стекается никуда, не дьется. Единственное, что она смывается теплой водой, то есть не мицелляркой. И она делает ужасные ресницы. Она их не удлиняет, не подкручивает, как такового объема она особо не делает, она их даже склеивает больше. То есть, ну, тушь вообще мне не понравилась, и под конец она даже стала у меня немного осыпаться. Я не повторю больше это 100%. Дальше выбрасываю я вот такую помаду от марки MAC. Это была лимитка. Давно, в общем, это была лимитка. У меня это оттенок, даже на самом деле все стерлось, не могу вам сказать оттенок. В общем, ей стало очень сильно плохо. Она у меня летом вот потекла, сломалась, непонятно, что с ней стало. И сейчас она
очень сильно неприятно стала пахнуть, то есть я так понимаю, что она просто испортилась. При этом у нее такой оттенок был, ну, прям ядерно-розовый. То есть я вот любитель розовых оттенков, но даже для меня это слишком розовый, очень яркий. Хотя на лето было достаточно неплохо, но она подчеркивала все шелушения, все какие-то, я не знаю, даже несуществующие какие-то неприятности на губах, и этим самым она мне не нравилась. В общем, выбрасываю и больше не куплю. Также у меня закончилась вот такая помада от марки Essence. Это у меня оттенок 03. Неплохая помада, единственное, что я немножко прогадала с оттенком. Она реально вот такая, как здесь, то есть она такая бледно-фиолетово-синевой оттенком, то есть губы такие реально как... Я не знаю, как будто вам совсем плохо, настолько плохо, что больше ничего не поможет. Она не стойкая, дает неплохой глянец, неплохо... То есть она не держится на губах. В принципе, она остается везде, на кружках, я не знаю, волосы, если попадают, то у вас такие полосы. Но за ее цену ей это можно простить. И я просто не угадала с оттенком, поэтому я ее использовала поверх вот этого карандаша от марки NYX, который у меня тоже закончился. Это вот такой нюдовый карандаш, у меня в оттенке 810. Это такой, видите, прямо нюдово-коричневый оттенок. Ну, в сочетании с этой помадой было неплохо. Я использовала эту помаду дома, чтобы была возможность подкраситься. В принципе, как, ну, наподобие гигиенической помады использовала. На самом деле, неплохо. Но... Я думаю, что я присмотрюсь к другим оттенкам просто от этой марки, потому что, ну, в принципе, как я уже сказала, неплохо. И последнее, что я вам хочу показать в этом видео, это у меня закончился парфюм от Jimmy Choo, который именно так и называется, Jimmy Choo. Что я могу сказать? Я вам уже говорила, что для меня это аромат винограда, темного спелого винограда, вот такого же, как на этом флакончике со специями, но так он для меня раскрывается только в тепле, то есть дома, в помещении или на улице, но не в особо ветреную погоду и когда на улице температура где-то 18-20 градусов. Сейчас, когда стало холодно, когда уже 8, там 5-6 градусов даже на улице, вот этого винограда я больше не ощущаю в нем, поэтому я чаще всего, кстати, пользовалась именно дома, чтобы ощущать виноград. Вот сейчас я дома нахожусь, да, я вдыхаю вот этот, и вот действительно спелый виноград со специями, очень вкусный, приятный аромат, но сейчас зимой я не буду его повторять, тем более у меня куча еще хотелок всяких разных парфюмерий. Этот парфюм достаточно стойкий, он даже больше для кого-то более вечерний, но я о нем уже рассказывала, он мне действительно очень нравится, но я думаю, что если я его повторю, то, наверное, где-то к концу лета следующего года вот как раз для него будет самая такая погода, когда 18-20 градусов, и вот этот сочный, спелый, вкусный виноград. Это просто на самом деле потрясающе, хотя в пирамиде не заявлено никакого винограда, там вообще в помине нету, но вот мне он, даже на мне, я бы сказала, он раскрывается именно виноградом, и даже мой муж говорил, что от меня пахнет виноградом, так что... Сам парфюмчик мне очень-очень понравился, он даже шлейфовый, стойкий такой, ну, очень красивый, но только на теплую погоду. Вот такие вот у меня были пустые баночки, я надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую и до новых встреч!